Добрый день, уважаемые садоводы! Я в своих видео много раз говорила про выращивание хризантемы в балаганах, а сейчас вот я хочу показать наглядно, что такое балаган. Это, конечно, сейчас клубника, но принцип один и тот же. Вот смотрите, вход, вот такие дуги. Сейчас я изнутри покажу. Как видите, это ряд дуг, которые накрыты пленкой. Это раскрепка хода. Ну и кому интересно, можете посмотреть, вот как выращивается клубника. Сейчас, конечно, вид у нее зимующий, так сказать. Хризантему можно высаживать таким же образом, только с краю высаживать, например, бордюрные или какие-то низкорослые, потому что, как видите, по дуге там ниже. В середине можно выращивать крупноцветковые или кустовые. В основном все-таки эта клубника располагается в 3 грядки, а когда хризантема делается в 2 грядки. Ну тут кому как удобно. Кто делает узкие грядки, тот может другими рядами рассчитывать. Вот так вот она изнутри выглядит. Хочу показать клубничку красавицы. Вон какие розетки уже набрала. Вот скелеты балаганов. Как видите. Балаганы, как правило, делаются не очень длинные, где-то метров 15-20, но тут, конечно, уже по возможности.